Приветствую всех на канале Орлон 242А. Продолжаем прохождение Assassin's Creed Origins. Наша задача подойти к арене в Крокодилополисе. Этим мы сейчас, пожалуй, займемся. Давайте поговорим с этим главой арены. Он будет биться вместе со мной. Но раз уж так вышло, что иберийцы вчера разорвали львы, у меня есть место. А если Кенса поручилась? Пожалуй, вашей команде нужно звучное название. Например, «Воины Сивы». Мне кажется, «Стражи Сивы» подходит больше. Достаточно звучно для тебя? Я слыхал их хуже. Пойдем. Да пошел, слыхал их хуже. Ни фараоны, ни боги не защитят тебя на песке арены, Миджай. Здесь ты, скорее всего, и умрешь. Красиво истечешь кровью под рев толпы. Но если ты вдруг выживешь, получишь в награду славу и почет. И еще один шанс умереть. Такова не слишком долгая, но яркая жизнь гладиатора. Итак, кто тут у нас? А, это Калистас. Калистас, бывший солдат Птолемея. Он утверждает, что умеет сражаться. Гор. Когда-то он был лучшим, но время никого не щадит. Увы, на арене он бесполезен. Теперь он тренирует новичков. Доспехи армии Птолемея? Собственные доспехи есть далеко не у всех. Их в любом случае сломают. А легион даже не заметит потери. И бои смотрятся эффектнее. Кстати, об эффектности. На арене твое оружие выбираю я. Исключений не будет. Кенсу ты знаешь. Именно благодаря ее рекомендации ты здесь. Баек, Крокодилополис приветствует нового чемпиона! Или еще одного неудачника. Взглянем на него в бою. И раз ты его рекомендовала, значит, ты и проверишь. Ха-ха! Что скажешь? Скрестим клинки, Миджай? Ха. Покажи, чему научилась. Ух ты, ёшкин ты матрёшка. Неплохо, старик! Старик? Ну-ну. Стариком назвал. Ничего себе. Тебе не хватает изящества. Но для пустынного бродяги у тебя хороший удар. Ладно, Кенса, сражайтесь вместе. Скоро начинаем. Готовьтесь. И этих слабаков Феликс хочет натравить на нас. Съедим и не подавимся, брат. Дружок, я отрежу твои яйца и скормлю тебе. Это наше главное препятствие. Гальские братья. Я знаю, кто они. Что с тобой, мой друг? Ты отвлекаешься. Не волнуйся, после первого же боя все пройдет. Ничего. Но ты не рассказала, как попала сюда. О, что ж, слушай.
Меня взяли в рабство в Сиве, еще при Птолемее. Септимий, мерзкое чудище, и его разбойники имели на меня виды. Но мне удалось украсть меч и сбежать от них. Так я и попала сюда, а Феликс меня всему обучил. Но довольно о прошлом, а? Ты хоть знаешь, как я рада, что могу поделиться своим везением с тобой? Скоро толпа будет обожать тебя! Почти так же сильно, как меня. Да, да. Разрубим солнце нашими мечами. Ха-ха! А ты впрямь вояка! Скажи Феликсу, когда будешь готов к первому бою. Чем раньше начнем, тем скорее станем героями! Ну, давайте попробуем. Может, у нас получится. Мы готовы. Правда? Каждый так думает до тех пор, пока не получит по зубам. Поставлю вас против пары новичков. Если справитесь, продолжим разговор. Двух воинов ждет неравный бой. Толпа жаждет такого зрелища. Так что порадуйте ее и меня. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай вот меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица. О, они обожают меня. Мужчины, женщины. У меня есть все, о чем я мечтала. Славное начало. А эти разбойники крепче, чем кажется. Я выпотрошу тебя! Продолжай биться так же храбро, и мы найдем богатого покровителя. И что тогда? Перед нами откроется куча новых возможностей. Лучшие из нас получают особые задания. И столько денег, что тебе и не снилось. Но тогда хорошо бы нас заметили. Победу одерживают великие стражи силы. Новые любимцы гостей арены. Скоро узнаем, смогут ли они развить свой успех. Как же удачно я решил поставить вас биться в паре. Толпа вас любит. Я же говорила, что нас ждет слава, Феликс. Слава? Что ты, не смеши меня. До славы еще далеко. В первый раз вам повезло, и что с того? Вы победили пару сопливых новичков, но до гальских братьев вам далеко. Хотя надеюсь, что вы с ними встретитесь. Надоело ваше вечное нытье. Как нам сразиться с ними? О боги, и ты туда же! Лучше думай о следующем бое. А за наглость будете сражаться со львами. Их уже давно не кормили. Сожрут любого. Так что готовьтесь. Если верить Кенсе... Любой из них может работать на крокодила. Может, здесь я узнаю, чем занимаются гальские братья. Или даже имя их покровителя. Повезло же нам, мой друг. Я столько ждала и, наконец, сражусь с гальскими братьями. Спасибо тебе. Лучшего и не пожелаешь. А что это за контракты, о которых ты говорила? О, благородный байк готов испачкать руки? Времена изменились, Сэнни. Что, трудно все время быть Меджаем, да? Спроси об этом Феликса, только потише. Лучший способ найти крокодила – убить гальских братьев. Впрочем, я бы и без того с радостью перерезал им глотки. Феликс, я слышал, некоторым гладиаторам дают... подработать. Это слухи.
А даже если и правда, то такое задание еще нужно заслужить. Твое дело, глупый ты выскочка, сражаться, и все. Дерись на потеху толпе, другого не дано. Именно так я и сделаю. Мы готовы. Наконец-то! Народ в Кирене ждет не дождется вас двоих. Если постараетесь, хорошо заработаем. Ну, пойдемте на арену. Попробуем ее выставить. Вы часто бьетесь со львами? Когда удается достать. Они стоят дороже, чем люди. Те, кто искрут. Мало чести в убийстве животных. Убивай или сожрут. К тому же зверь в клетке. Это не страшно. Главное не выпасть. Меджа и рабы не справятся с любым противником. Они свирепы, будто голодные звери. Я думал, львы в клетках. На арене нет никаких правил. Спасибо, получил. Я тебе отомщу. Так-то лучше. Стражи Сивы снова одерживают потрясающую победу! Готовы ли они к гальским братьям? Или нет? Ах, ну, мисс Ниоджерианг? Где Кенса? Сегодня ее навыки понадобились другим. Придется тебе выступать в одиночку. Не робей. Новое тайное поручение? Ты стал задавать слишком много вопросов. Работа опасная. Всякое случается. Я просто хочу проявить себя. Так попытай удачу. Будешь выступать против братьев. Победи, и тебя заметят. Что с Кенсой? О, Анубис. Нужно выиграть. Тебе конец. Дерьмо! Догнать, тварь! Ну что, уже остаешься? Умри, ничтожество! Ты будешь страдать за это! Меджай готов одолеть врага в одиночку! Какой храбрый бой! Так-то лучше. Ну, мы почти готовы. Yeah!
Тебе слово, Крокодилополис! Увидим ли мы сегодня нового чемпиона? Лишатся ли гальские братья своего титула? Моя смерть была так близко. Не держите. Побегом еще. Давай, падай. С этим разобрались, окей, братья. Извини, что оставила, но вроде ты справился. Поручение Феликса? Для кого? Я расскажу, когда придет время. Знай одно, очень скоро мы с тобой будем богаты. Байк. Это то, чего мы так ждали. Наш с тобой шанс получить титул чемпиона. Феликс ждет! Ник Энис сожрет. Ну что, деревенщины, вы готовы проявить себя? Время пришло. Зрители давно ждут достойных соперников для Виридовикса и Диавикса. Так что вы должны показать красивый бой. И еще. Никаких убийств. Я не желаю терять своих лучших воинов. Братья тоже знают эти правила. Ладно, пусть себе живут. Мы над ними просто поиздеваемся вдоволь. Дождались, друг. Это наш час. Нам воздвигнут памятники, а наши имена напишут в храмах. Претенденты на титул чемпиона. Непревзойденные стражи Сивы. Непобедимые. Несравнимые. Да, гальские братья! Чувствую, я буду сложный бой. Да что происходит? Хватит меня бросать. Ха-ха-ха!
Удача! Рвалась от тебя! Это от тебя отвернулась удача. А ко мне пришла. Байк, ты... Ты его сработал. Плохой байк. Гальские братья повержены! Ты убил девочку, Шадью! За это ты умрешь! Около маяка! Это не мы, клянусь! Да, мы совершили немало ужасного, но поверь, ребенка мы не убивали! Славьте новых чемпионов! Мы были стражей из Сивы! Солдаты схватили девочку и отдали Беренике, да, крокодилу! Это она утопила девочку! Отобрала книгу, приказала привязать ей камень к ногам и столкнула в воду. Что мы могли сделать? Поэтому ты на самом деле пришел ко мне. Найти этого заказчика. Крокодила! Байк, почему ты не рассказал мне все? Я бы помогла. Ты наемница, как и они. Я не мог рисковать. Что ждет гальских братьев? Нет. Долгая жизнь? Байк. Или смерть? Ты знаешь меня лучше. Смерть! Байк, зачем ты так? Где найти это крокодилика? Значит, Береника. Она крокодил. Это она убила Шадью. Это она разрушила столько жизней. Она говорит, что только ей Фаюм обязан своим процветанием. Ее влияние очень велико. Доход ей приносят земли на севере. Амбар Киркисуча. Крупнейшее зернохранилище. Она проводит встречи с влиятельными людьми Фаюма. Каждый вечер на своей вилле она умасливает их подкупом и сладкими речами. Значит, найду ее там. Спасибо тебе за все, мой друг. А ты куда? Вернусь домой на нашу виллу. И буду пить. Нам с Хинут нужно оплакать дочь. Прощай, Байк. Сделаешь то, что должно. Приходи, мы будем рады. Так, поехали ее убивать. Беренику. Да стой, ты лошадка. Направляемся туда. Там где-то лодочка здесь. О, лодочка.
Ладно, стой там. Подбежишь ко мне. Поняла? Подплываем. Ура. Хатефрес говорил об этом месте. Крокодил где-то внутри. Долго марипоса у нас получилось. Заодно зачистим эту крепость. Вперед. Увидят, сразу накинут. Так, мы вроде нашли всех комнатов. Убить и что нужно обчистить. Теперь попробуем это все сделать. Будет нелегко. Как всегда. Мне нравится. Даже не знаю, что хуже. Вид это да. Или запах. Идите. Случается сказка. А где костер? С кем она разговаривает? Что ты? Пока ты со мной, твои мечты будут сбываться и все. Лишь оставайся верным. И никогда не подводи. Да. Кенса, разве этого ты хотела? Стать рабыней врага Египта? Я так и думал. Эй! Задержите! Раз, защищайте Кири! Нужно бежать отсюда!
я бы насладился твоей предсмертной агонией. Но дела что? Не справится. Эй! Бежать хочешь? Я не сбежать хочу, я хочу тебя спасать. Подкрепление. Вот так вот. Вот ты где! Не убежишь. Конец! На куски порву! Он сам убрал свой путь. Шадья! Убита одним из вас. Шадья! Кто? Шадья! Девочка, которую ты утопила! Такие, как ты, не видят великого будущего Египта. Так ты убеждаешь себя. Ты даже не помнишь своих жертв. Шадья, дочь Хинут и Хатефреса. Хинут упряма, как камень. Этот кодекс разрушил бы все наши надежды. Ты разрушаешь семьи. Я делала, что должна. Я уничтожу все, ради чего ты жила, Береника! И всех, кто думает так же, как ты! Но сейчас важно другое. Ты убила Шадью! И последнее, что услышишь, ее имя! Шадья! Мы сильнее. На куски порву. Надо валить. Очнись!
же! Фургон? Ая, что ты хочешь? Забудь про Аю! Абстерга здесь! Похоже, они узнали! Вот черт! Дерьмо! Ди! Черт! Они и здесь! Так, Лейла, слушай! Я знаю! Ты сможешь выбраться отсюда! Так, куда нам бежать? И каким образом? Спрятаться от них бы нам. Что нам требуется сделать? Избежать их или вырубить? Вот в чем вопрос. Ладно, так мы не проведем. Плохо. Сигма Арба. Обижать ты куда? Надеюсь, это туда. Не, судя по всему, нет. Нам требуется реально их всех вырубить или убить, и все. Я думал, нам требуется убежать. Neck and heaven. Нужно действовать. Смелее. Тот клинок еще при мне. Круто! Помните, сначала мы устраняем цель, и только потом забираем анимус. Живой я им явно не нужна. Ты уйму времени. Группа 1, обнаружена вторая цель. Нейтрализуй! Нет, нет! Прошу! Нет! Вторая цель... Ди? Нет, Ди. Нет, нет, нет! Черт! Чтоб вас, Абстерга! Вы заплатите! Если вы слышите это, то вы из Абстерга, а я мертва. Окажите услугу. Передайте эту запись Софии Рикин. Я мечтала попасть на проект Анимус. Ждала 12 лет. И все впустую. Я создала Анимус, способный проникать в память чужих предков. Это был настоящий прорыв. Даже стала свидетелем создания Братства. Артефакты, легендарные таинственные гробницы. Я нашла их. Убив меня, вы лишились всех этих знаний. Я понимаю, почему стала целью. Но при чем тут моя подруга? Она ведь... Милая моя, как же ты была права. Ладно, возвращаемся в Анимус. Здесь не осталось этих тварей. Надо сказать Аполлодору. В Гераклеон.
несколько новых заданий, все исполнены. Что-то мне это не особо нравится. Давайте поговорим. Кстати, Фреса навели. Где-то посвящать кузнеца и улучшить наше снаряжение. Как мне кажется, это было бы неплохо. Эй, ты! Стой! Хабене? Осины не входят через... Ворота ассасины заходят через крыши, стены, иным образом там, где не ходят обычные люди. Хатифрес, что это? Мой друг, ты здесь. Я так рад. Кто это? Где Хинут? Моя жена. Кто ее знает? Замкнулась в себе. А это... неважно. Она уже уходит. Ты свинья. А, все равно скучно. Спасибо за вино. Хинут должно быть у озера. Я тебя отведу. Дай знать, когда будешь готов. Хатифрес, что с тобой? Что ты делаешь? Ты все потеряешь. Знаю, знаю. Я сейчас никому не нужен. Так стань нужным. Разозлись! Бери меч и сражайся! Ну что застал? Пошли давай. Я не брался за меч много лет и ввязался в это лишь потому, что так хотел Аполлодор. Он считал, что кто-то готовит заговор против нас. А теперь Шади мертва. Да, что-то происходит. Ты прав, что хотел помочь. Я глупец. Я не хотел этого. Хинут сказал, это наш долг. Если бы я настоял на своем, Шадья была бы жива. Мы почти пришли. Там у воды есть алтарь. Шадья любит воду. Мы там кормим цапель. То есть, любила. Кормили. Очень печально все получается. Хинут, рад тебя видеть. Хинут? Вот, так теперь всегда. Я знаю, как помочь. У нас в Сиве есть ритуал прощания с любимыми. Ты не против? Пожалуйста. Для ритуала кое-что нужно. Я скоро вернусь. Пусть оплачут дочь. Для ритуала нужно перо. Здесь рядом болото. Там водятся птицы. Уходим туда, будем туда. Ёлки-палки, вылезти из воды, чтобы убрать воду. Махинь не просто.
То, что мне нужно. Охота удалась. Мне это не нравится. Делай, что тебе приказали, ленивая скотина. Нужно зерно вырасти. Это не моя беда. Капитан! Хинут, нет! Не надо! Я очень надеюсь, что ты не вымогаешь зерно у крестьян. Ведь ты понимаешь, что это против наших законов. Как блюстители порядка, мы оба это знаем. Верно? Скоро увидимся, блюститель! Почему мы не убили эту египтянку? Не. Кого-то ожидает хорошая трёпка. Дорогу! Подавится, убьем. Не волнуйся. А ну, покажись. Живо. Что ты? Самоуверенное ничтожество! Зараза! Проклятие! Быстрее! Это эмблема. В первый раз ее вижу. Может, Хатифрес знает? Умер, и ладно. Но он говорил о командире. О том, кто отдает приказы. Это еще не конец. Ты жив? Они хотели убить Хинут. Смерть нашла их первой. Завидую им. Что ж, это правильно. Солдаты понимают только язык оружия. Это не все. У командира был приказ. Я нашел эту эмблему. Узнаешь? Да. Дело плохо. Это знак форта Бубастис на востоке. Им управляет один самоуверенный урод. Хинут права. Нужно положить конец страданиям людей. Баек, прости меня, но нам нужна помощь. Я помогу. Но мне нужно кое-что сделать. Скоро вернусь. Шадзя, мой лотос. Больше никому не придется страдать так же. Я клянусь тебе. Прощай, мой головастик. Теперь ты свободна.
Так, куда нам требуется направиться? Это сейчас нам с ними поговорить надо? Ну ладно. Все так. Солдаты меньше из наших бед. Нужно разобраться с командиром. Мы еще многого не знаем. Насколько далеко все зашло. Может, в этом замешаны приближенные Птолемея. Нам нельзя доверять Филакитам. Мы не справимся одни, нам нужен Фаюм. Крестьяне будут молчать, они боятся солдат. Но люди в гневе, и мы с легкостью убедим их. Я поговорю с тем, кому угрожал капитан. Люди узнают. Поехали. Так, а нам по пути не идет? По пути нет, но мы сделаем круг, ладно. Придется. Уйди! Ну! Да что с тобой? Мы так немножко подулучимся и все. Хай бессешен гарех! Приятной дороги! Бедедук, а не хает! Вот теперь можно погнать с тени. Брат, я видел, что случилось. Небет Хинут рисковала. Я ценю ее смелость, но это ничего не изменит. Прости, но я должен работать. Мне нужно разжигать костры. Я помогу. Так, а каким образом я должен их разжечь? Просто бросать факел? И все? Ну ладно, может так. Что ты делаешь? Зажигаю огонь. А ты настойчивый, да? Ра позаботится о твоих посевах, брат. Вот и все. Пришло время восстать против солдат. Хатифрес вас поведет. Хатифрес? Он давно забыл про нас. Его отца уважали. Он дал сыну египетское имя. Хороший поступок. То только сын не стал египтянином. Хатифрес значит «довольный» на нашем языке. Но он не такой. Он бросил нас среди гиен и крокодилов. Крокодилов тоже можно победить. Капитана больше нет. Давай, брат, расскажи всем. Ты одолел капитана? О, да ты безумец. Ладно, если хочешь это сделать, я пойду за тобой. Я расскажу всем, брат. Пойдемте поговорим с Хатифресом. Говорите, это чуть ли не лучше, что мы умеем делать. Не думал, что все так плохо. То есть, знал, что не все гладко. Но чтобы так, все из-за меня. Я не хотел брать на себя ответственность за Фаюм. Я просто унаследовал ее. Я хотел приключений, моря. Теперь я понял. Поражение — это выбор. Но я пока жив! Они на вилле! Ты сзади! Ты
Со мной! Солдаты! Где ты, паршивый шакал? Выходи! Есть разговор! Похоже, что у меня нет выбора. Идем, брат. За нас все скажут наши клинки. Я с тобой, брат. И я рад, что ты снова со мной. Че, все? Эй, для воина в отставке ты неплох. Ха-ха! Я еще не стар, сиванец! Да, я это вижу. Это лишь начало. Солдаты вернутся, и их будет больше. Я унаследовал от отца не только силу. Могу нанять армию, если понадобится. У меня есть мысль получше. Байек, может, составишь мне компанию в пути? Я готов. Идем. А вы хорошая команда. Мой хоть и фрес не растерял свой пыл. Ты им гордишься. Ха-ха-ха. Сейчас он такой же, как во времена нашей юности. Куда мы идем? Здесь рядом лагерь мятежников. Он на востоке отсюда, у форта Бубастис. Мы должны поговорить с ними. Мятежники? Не боишься навлечь гнев Александрии на нас? В Александрии знают, что такое интриги, Меджай. Нередко бывает, что за услуги платят защитой или информацией. Такие союзы необходимы, пусть даже официально и не разрешены. Далеко же засели эти мятежники. Сюда. Лагерь там, впереди. Надо быть начеку. Мятежники не очень гостеприимны. Я предупредила. Они ожидают нас. Я Хинут. Вас предупреждали, что мы приедем из Филадельфии. Нам нужна помощь. Вы приехали зря. Мы не можем помочь. Нам есть, что предложить взамен. Ведь вам нужна помощь. Припасы, информация. За это мы просим лишь одного – защиты для нашего народа. Это невозможно. Нашего лидера схватили на плотине. С этим мы вам поможем. Со мной Байек из Сивы. Ты Байек из Сивы? Мы знаем о битве на арене. Мол, гальских братьев убил безумец. Похоже, что сегодня я вновь буду безумцем. Готов. Поехали спасать лидера. Кто он за лидер такой? Эх, а я думал, мы на крышу заходим. Обидно. Место хорошо охраняется. Беги, ну! Спасибо. Ты так смело ринулся в бой с солдатами. Не боишься греков? Я Байек из Сивы. И я боюсь только за Египет. Безумец из Сивы. Я о тебе слышал. Ты один сражался на арене, как раненый лев. Нек! Раз ты с нами, цы Птолемея уже обречены. Твоя помощь мне тоже пригодится. На куски порву. Да уходим, что ты стал? Твой час пробил. Путь назад свободен.
Но у меня есть одна просьба. В лагере тебя ждет Хинут. Ты должен будешь защитить ее людей. Ты спас мне жизнь. Даю слово, что помогу ей. Передай также, что я иду в форт Бубастис. У меня есть дело к командиру. Ты идешь против целого гарнизона? Ты спятил? Возможно. Я же Байека Сивы. Тебе конец. С ним все будет в порядке, я в этом уверен. Я думаю, мы здесь остановимся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи и пока.